Друзья, как правильно обрезать листья у томатов? Когда иногда показываю томаты без листвы, у меня сердце кровью обливается. Но нельзя так издеваться над томатами, и надо листья, конечно, постепенно обрезать. Сейчас я вам покажу. Как только у вас начали зреть томаты, вы нижние листья все вот эти здесь убираете, вот как у меня. Вот идет следующая кисть. На ней еще зеленые томаты. Но между вот этой кистью и вот этой кистью, вот под ней, вот два листа. Один можно обрезать. Вот я сейчас покажу. Вот, вот один листик обрезали. Все. Больше мы не трогаем. Как только начинают они краснеть. Видите, у меня у томатов листья. Потому что они кормят и дают, конечно, очень крупный урожай томатов. Потому что не будет листвы, не будет, конечно, таких хороших, крупных, крупноплодных томатов. И вот опять, смотрите, вот начало краснеть, буреть, потому что... Так, я обрезаю лист и смотрю. Следующая кисть идет, а между ней три листа. Один я тоже могу... Но убираю я его посередине, потому что я тоже хочу, чтобы еще вот эта кисть кормилась. А как она будет кормиться, если в ней не будет листовой пластины? Потому что она главная кормилица вот наших томатов. Ну, как без помощника. И вот черри тоже начали, видите, зреть плоды. И под ним один лист. Я его, конечно, тоже убираю. Но я вам сразу хочу сказать, друзья, лучше всего обрезать листья только в первой половине дня. Потому что там должны томатные эти листья немножко зажить. Можно сказать, от солнца они должны затянуться, чтобы потом, конечно, не было никакой фитофторы и на них никакая, можно сказать, болезнь. И еще хочу вам сказать... Вот вы секатор должен всегда быть, хочу вам сказать, быть всегда чистым. Потому что все тоже заболевания могут от него пойти по листьям. Так что, друзья, не